Ну что же, ребят, доброго времени суток всем, с вами Вилат, и начинаем мы наблюдать за финальным матчем турнира Farm for Fame 3.2 между командами Natus Vincere Украины и Meet Your Makers Дания. Best of 3, напомню, формат этой встречи. За Скуржей начинает команда Na'Vi, и за Сентов команда Meet Your Makers. Поехали. Итак, пики. Дэнди, соло мид на бисмастере. Не понял, на личе что, хвост играет? Да, хвост у нас на личе, пойдет сложную. Артстайл на спектре. Габлак на визаже и на ЦМке. Конечно же, Ахура играет у команды Na'Vi. Кто же такой 3-2-2-3 у команды? Не знаю, кто играет с этим ником, если честно. У Муму. Даже не скажу. Cut and Paste. Это, конечно же, мистер Лакост и Виндранер. И внизу Пушер. Пушер на Фурионе. И Шейкер Силабер by Майлк. Вот это действительно очень интересно. Довольно забавный такой пик. Видите, полетела уже куда-то от Кура. В попытке прочекать, кто же будет здесь. На трипле. Или Кура полетела. Нет, Кура полетела. Вы смотрите. Вы смотрите, что делают Мумы. Смотрите, что делают Мумы. Это будет попытка, очередная попытка убить курицу. И это получится. Вы смотрите, вот сейчас даст вижен Кура. Ой-ой-ой. Ну? Ну, будет лететь до конца? Нет, знает что-то Na'Vi, вы смотрите. Вы смотрите, вот это да, вот это прикол. За фонтаном просто бегает курица команды Na'Vi. Наученные они горьким опытом, вот видите, улыбается с этого хвост. Что не-не-не, нас не проведешь в итоге Куру. Убить не получилось. Прикольный получился у нас момент такой. Ну и пошла игра Na'Vi против MAM. Что можно сказать про это дабло? Прошу прощения. Так вот, дабла такая довольно забавная. То есть, как бы, да, Шейкер будет стоять, понятное дело, здесь сейвить. Спектра будет фармить абсолютно без проблем. Ну и Медведя, в принципе, тоже не так просто будет убить. Хотя, теоретически, возможно. Но учитывая, что рядом стоит Шейкер, которого всегда будет на слагу. Вот сразу первая встреча у нас в игре. Ахура начинает спину нарезать. Стан от Шейкера. И тут он может себя закрыть так серьезно. Нет, очень далеко отсюда был Габлак. Но Ахура-то пол лица разбил как серьезно-то Шейкеру. И уходит отсюда Маня. Маня играет, конечно же, на Шейкере. Посмотрим пока, что происходит на Смиде. Здесь 4-5 у Дэнди Крипстат. 1-0 у Некролита. Лакосты 4-1. У Хвоста 3-0. Тут довольно веселая будет битва на этой линии. Я надеюсь, там Хвост не будет страдать очень сильно. Но все-таки самое веселое, наверное, здесь должно происходить. Вот, прилетает первый раз Пушер. Прилетает так чисто похарасить. Ну, как бы особо он тут не нахарасит. Так, отогнать. Ну и пошел Пуш активной линии в исполнении команды Meet Your Makers. Видите, Базила не выключается. И поэтому будет пытаться по-быстренькому как-то забрать тавр, что ли. Не знаю, получится у них это или нет. Посмотрим. Еще раз напоминаю тем, кто нам опоздал, потому что я смотрю с каждой секундой все больше и больше. Ребят, Best of 3. Так, паузу попросили игроки Na'Vi. И две минутки попросил сейчас Artstyle. Видимо, какая-то интересная там непонятная проблема возникла или что. Не знаю. 7777 человек на low-quality стриме, такая четкая цифра. Довольно забавная. Уже 3,5 нас на high-quality смотрит. Присоединяйтесь, ребят. Больше народу будет веселее. Игры обещают быть веселыми, хоть и Мумы, ну, не в полном составе, но... Надеюсь, все будет окей. Какой-то утырок... Ну и почему пауза, не знаю. В принципе, двое игроков команды Na'Vi находятся здесь, в Киберспорт-арене. Я мог бы спуститься спросить, но в принципе мне тупо впадло, поэтому спускаться я не буду. Дождемся, наверное, как сейчас, как там сейчас все. В
Привет, передавай хвосту. Да с радостью передам. Жду я тут, пока закончится пауза. Глянем пока, наверное, по крипстату, что может есть интересные какие-то аутмайлка. 8-1, прошу заметить, в то время как у артстайла всего 2-1. Это дабла на 3 плута. 6-1. И 6-1 ровно лакосты против хвоста стоят. Да, и вот готовы команды уже отжать паузу. Все, пошла игра дальше. Наблюдаем за тем, что будет происходить здесь на трибле. В миде, в принципе, Дэнди должен чувствовать себя довольно уверенно. У него еще хватает регена. Ну, тут у Некролита просто вот такой вот китайский запак. Масс реген, не знаю, зачем столько. Боялся он, что его будут нон-стоп гангировать, но так, скорее всего, оно и будет. И вот уже пошел на шейкер. Пошел на шейкер, оставили здесь Майлка внизу вместе с пушером, чтобы они стояли на линии. И пошел шейкер уже пытаться, закрывает он таки Дэнди. Ну, тут Дэнди получит много довольно дэмэджа в лицо. И вот осталось у него два тангусика, отхавается, конечно, но все равно нужно, вот баночка сейчас уже накопится на баночку, можно будет уже себе что-то принести. Поставил здесь вард Ахура, не получится в следующий раз запулить. Ах, Ахура красавчик, тут новый убивает, стилит мобов у мумов. Ну, вот этот забрал уже пушерок. План мумов на игру не совсем мне понятен, как бы. Не, ну как не совсем понятен? В принципе, с медведем тут особо планов и не нужно никаких строить. Это медведь, это хил в виде некролита, это ВРка, которая купит, наверное, меку, и вот таким вот масс-хилом через медведя будут пытаться выигрывать. Смотрите, фурион летит, и тут уже шейкер. Будет попытка сейчас убить хвоста. Будет попытка серьезно убить хвоста, и вы знаете, по-моему, она даже получится. Вот главное, чтобы тут ВРочка сейчас привязала. Вот, побежала Акосте. И вот, нападает сейчас на хвоста и получает несколько тычек. Пушер, он сейчас умрет. Пушер умирает. Форсблад заберет хвост или нет? Шейкер закрывает хвоста. Все-таки не смог здесь хвост. Ну, в принципе, ошибся тут очень сильно Пушер Стрит. Не помог никак Лакосты. И в итоге получилось, что два героя команды Мум пошли непонятно куда и непонятно вообще, что там делали. Никого не убили и все работало. Не сработала первая попытка. Майлка оставили пока одного. И здесь его уже в спину поплевывает так активно товарищ Визаж. И приходится Майлку уже разбегаться в разные леса, чтобы нафармить что-то. Наблюдаем, что здесь. Здесь шейкер по-прежнему стоит. Ну, тут осторожно нужно быть лакосты. Лич 5 левел. Лич вообще скоро будет 6, здесь 4 с половиной. Шейкер стоит рядом, покуривает. Так, внизу что-то интересное происходит. Плюха летит в Майлка. Нет, не так просто. Майлк под Рэббитом убегает, возвращает к себе медведя. Что у него по голде уже? Купил он в медведе, вы видите, себе сапог и стаут-шилд. Не имеет вообще голды. Точнее, вот сейчас летит кура с регеном, наверное. Некролит 13-4 у нас, 12-8 Дэнди. Тут довольно ровная битва происходит дальше. Ну и наверху. Вот он хвост, 6 левел. Летит кура, запакованная чем-то. Тут Хедреска и Magic Wand готовы уже, нормально. Ну, хвост чувствует себя очень уверенно. Сейчас будет очередная попытка ганга. Фейл будет или нет? Потому что если мумы не перестанут сейчас фейлить, то будет беда просто. Вот! И, ой-ой-ой, ну что ж такое? Что ж такое? Вы смотрите, еще и куда пытается лететь этот Фурион? Это, боже, это такой фейл! Что творят Мания и Пушер? Я не знаю, они что, не выспанные, что ли? Непонятно мне. Опять хвост выживает, спокойно уходит. И форсблот мидя Дэнди берет на 7 левеле, провтыкал и этот момент. Вот любитель я провтыкать моменты. Да, беда. В итоге 1-0 пользу Нави, но внизу зажимает Майлка, и плюха долетает от Габлака. Тоже минус артстайлу, нужно тут спокойно вместе с Габлаком сейчас пушить тавер. Пушер убивает, тем временем наверху все-таки хвоста. Пушер едва не умер, там ультанул еще хвост, но счет у нас 2-1 уже в пользу мумов. Но Нави сейчас заберут тавер, и отдефить некак, просто нечем просто отдефить. И да, забирает, просто ничего не юзает глифов, как это любят делать разнообразные команды. Тауэр забирает крипы. Ну что, счет 2-1 в пользу Мум. И пошла уже у нас веселуха. Первый тауэр Нави убили. Спектра 1600 голды у артстайла. Прилично. Очень даже прилично, как на шестую минуту.
Более-менее, смотрим, что здесь миди. Здесь Дэнди взял иллюзии. Некролит вернулся к нему. Некролит, но с 6 левел Дэнди-то уже сейчас будет 8 скоро. Есть банка 1400 у Дэнди внизу. Что интересного тут происходит внизу? Закрывает Артстайла. У Артстайла 5 левел, тяжело ему будет уйти. Артстайл пытается убежать. Здесь же рядом Шейкер, Фурион. Почему сюда не летит? Вот прилетает Фурион. И что такое? Артстайл! Боже, что делает Ваня, вы смотрите, его таки закрывает, но тут уже Габлак и ЦМ-ка тоже прибегает. Как же не собрано-то играет Митьюмейкерс почему-то. Они очень долго не могли бы поймать, не могли ничего сделать. В итоге находится Кипиш, прибегает, тут же Визаж, прибегает ЦМ-ка и выживает. Не то, что выживает Артстайл, они еще и отогнали Мумов за второй тавер. Смотрим в миде, Дэнди с иллюзиями, подпушивает немножечко линию. Ну да, тут, конечно, веселуха внизу такая интересная происходит. Очень даже интересно, тут висит, Сокол абсолютно все палит. Дэнди отправил тут в помощь Медведю. Много дэмэджа влазит Медведя, вот его вернули подальше. Ну вот, что могу сказать. У Нави одна проблема в том, что у них действительно непонятно, чем они будут убивать Медведя, если он сильно выформится. То есть, кто тут будет собирать хиксы там и так далее. Ну, вот не знаю. Поэтому если Майлк все-таки сможет так плотно-плотно нафармить, то могут быть довольно серьезные проблемы у команды Нави. Но это не сейчас. Это не сейчас, поэтому просто наблюдаем за игрой. 8 минут у нас уже прошло. Еще раз напоминаю, это Вилат, финал Farm for Fame 3.2. Нави против Митьюмейкерс, первая игра серии Best of 3. Собственно, счет вы видите на своих экранах. Пока в серии 0-0. Войска вступили в бой. Тоби тут спрашивает, есть ли смысл сейвить есть смысл всегда. Ну и тишина на карте, боятся куда-то. Ну, в принципе, тут ситуация такая, что товарищам Мумам сейчас идти просто некуда. У Дэнди попытался с хвостой забежать вниз, но за вторым тавером просто стоят спрятанные Шейкер и Медведь. Как бы нападай, не нападай, все равно у тебя абсолютно ничего не получится. В итоге решили отсюда уж уйти и вот так вот. Вард пушера стоит, палит вот эти все полеты габлака, который, кстати, уже насобирался на хедреск, он даже там забрал все-таки килл и на тапок. С Дэнди будет попытка, в принципе, с Дэнди они с раскаста Некролита должны убивать, 777 хп очень мало, но никуда не спрашивать. Что по баблу Артстайла? Вангвард есть уже, очень хорошо у Вани идут дела, лич наверху 320 голды, но, наверное, что-то он уже себе купил, вот этот щиток, это личовский, то есть остался у нас рецепт на меку и будет мека, вот, Некролит отгоняет пока отсюда габлака, тут вы смотрите, ну, тут, в принципе, Артстайл 5 левел, конечно, но медведя он не боится, уже медведь его не особо смущает. Вот сейчас возьмет 6-й, еще один крип, вот есть 6-й левел, но теперь бояться точно нечего. И можно дальше спокойно продолжать себе и фармить нормальные айтемы. Вот тут прям под вардом тусуется Ахура у нас с габлаком. Еще этот Ахура себе принес варды, спалился, точно знает Мумы, где поставил Ахура этот вард. Но это не важно, Фурион фармит леса, уже 5-й левел, более-менее лич. На лича мы недавно смотрели, смотрим на лакосты. Лакосты пока плохо все, потому что, в принципе, его там крепили довольно неплохо на линии, бегал он домой, но не умирал, это самое главное. Хоста у нас у пушера. И вот тут, смотрите, напали, еще и корни с первого раза проходят на Ахуру. Но вот теперь, наверное, понял Бодя, что, наверное, все-таки варды здесь есть у Мумов. Потому что втроем на него сразу в сторону просто вылетели, моментально убили. Счет 2-2. Счет 2-2 стал в этой игре. Но Нави в миде забирают Некролита втроем. С ульта прилетает Артстайл. Наверное, пойдут пушить тавр. Или нет, да, есть машинка, нужно. Моментально я включился. Моментально в ту же секунду, когда забирали Некролита. Здесь битва. Лич пытается угнаться сейчас за лакосты. Нет, передумал. Думал нападать, но решил, что лучше все-таки нет. Мумам нужно дефить этот тавр. Нужно дефить тавер, но Дэнди с ультом, Дэнди у нас с урной, 1400 голды, тут есть плюхаут Шейкер. Шейкер дал славу, Фурион ультанул, и вот крипы почти все пораспадались, так сказать. Остался у нас один крип и машинка, тут Дэнди вряд ли будет танковать. Теряет кабана, вызывает нового, все-таки Дэнди, видите, пытается оттянуть время до прихода новой пачки крипов, но не получится. Так, в лесах лич ультует, и тут ловит Ахура. Забирает килл, луч лича влетает прямо в лакосты. Счет становится 4,
4-2. 4-2 в этой игре в пользу команды Na'Vi. Выигрывают пока Na'Vi. Ну, не очень это, конечно, важно, какой там начальный счет. Хотя, в принципе, киллы они решают. Майлд начинает уже так активно грызть тауэра. Есть тапок уже на простом медведе, есть на герое. Ну, всего 900 голды, что, конечно, не очень много. Вот бить тут не может Дэнди, поэтому вот возвращает к себе медведя. Ну, смысл, чтобы он стоял там, наблюдал на этого бестмастера, что ли? Непонятно. Тут тем временем даблспаун, если делает Некролит, и не получилось у него еще сделать эти даблспауны, потому что один тролль на него просто забил болт. И никуда не пошел. Na'Vi в миде. Ну, у Na'Vi сейчас такая, даже не скажу, что территориальная, такое как бы более моральное преимущество по игре. Они сделали несколько киллов, убили тавр, они знают, что... Что фармить у нас, фармит артстайл, и нормально у него там все идет. Есть вангард, есть 500 голды, есть тапок, ну, более-менее, так сказать. Шейкер, тапок, ну, больше ему, в принципе, ничего не нужно. Тут что тут, артстайл, ну, просто на морозе просто артстайл дерется. Ой-ой-ой, прошли корни, и что ж такое? Ну ты что, ультанулся артстайл, тут битва у нас. Зацепили Ахуру, и Габлака, двоих простреливает Лакост. Как четко, Лакост прострелили, умрет, скорее всего. Да, Шейкер закрывает еще и Габлака, -2 делают мумы. Не очень так предусмотрительно, залезли слишком далеко Na'Vi за тавр, вдвоем умерли. Неприятный момент получился. 4-4. 4-4, и Майк продолжает фармить 1300 голды. Будет попытка мумов, наверное, пропушить, но нет, здесь топорами. Топорами Дэндик отбрасывается. Есть у него уже медальон в кураж. И да, тут тяжело, конечно, будет пушить тавр. Одну птицу таки убил у нас Фурион. Сейчас будет пытаться убить по фасту вторую, так окружает ее через М. Опа, окружил, и что дальше? Раз, и улетело. Ай! 31 хп остается у нас у Гаргули. Улетает она спокойно. 14-я минута игры. Пошла уже 14-я минута у нас игры. Счет 4-4, ну, такая медленная, осторожная игра в исполнении двух команд. Никто не бэкует, понемногу по очереди фармит то один, то второй герой. Вот Майлк, видите, здесь бегает себе по лесам, у него 1400 голды, нужно ему фармить Некролит. У нас ПТ-шечка есть и Хедрес более-менее, Визаж, Хедрес, Тапок, Цемочка. Ну, Цемочка, в принципе, ничего не имеет, ей ничего и не нужно. Так же, как и у Шейкера, у которого, кстати, появился 6-й левел, что уже очень даже неплохо. Cut'n'Paste. Или Лакосты. 500 голды подфармливает. Так, тут с Мекой у нас хвост. С Мекой хвост, это хорошо для Na'Vi. То, что появилась Мека. Минус Тауэр. Забирает Дэнди. Причем, по-моему, кабан забрал. 1300 голды у него опять имеется. Банка пустая. Медальон, тапок, урна. И пауза теперь в исполнении мумов. Мне тут ребята пишут, что что-то там спайкает, не знаю, параллельно смотрит несколько человек и пишут, что все работает идеально, поэтому не знаю, чините свои флешплееры. Да, все нормально, еще мне несколько человек написало, что все нормально, забей. Чините интернет, ребят, все работает. Если у одного человека работает, то у всех тоже должно работать. Смотрите low quality, если у вас high quality не тянет, да и все. Не парьте мозг, так сказать, себе и всем, кому вы там это пишете. 11-й левел тем временем взял у нас хвост, 15 минут игры ровно за нами. Вот тут за спину так... Пытается Ахуров бежать, вдруг тут кто-то будет. Нет, это просто попытка быстро распушить линию. Имеется у нас машинка, вторая пачка крипов подходит. Тут же Дэнди, тут же Габлак. А наверху тем временем убивает Лича. И убьют таки Лича или нет? Нет, убивает Лича таки Лакосты. И полетят ли вниз или разменяют тавр? Да, разменяли тавр на Лича. В принципе, не думаю, что правильно. Артстайл, фейсбутс, 1400 голды. Они что, дальше пойдут? Они, в принципе, могут. Они понимают, что медведь нереально опасный герой. Нужно идти дальше. Да, и они идут дальше. Станет Шейкером. Тут слон РНЖ будет, в принципе, отбиваться.
Дэнди, я уже подумал, что он будет ультовать сейчас медведя. Пока нет. Ну вот, пока они тут стоят на хайграунде, как бы, толку нет. Вот медальон купили, бросили на медведя, ну а толку? Ну 2700 хп, ребята, убивать-то нечем его. Просто нечем, там еще нету кулдауна, он сейчас просто нового вызовет. Нового вызовет, да и все, это Арстал, у хп его связывают еще. Боже, едва он выживает, и корни проходят, он успевает ультануть. Успел ультануть у нас Артстайл. Мани убили, зацепили Габлака. Бьют его втроем сейчас. Тут Габлак птицами отстанивается. Еще живой Дэнди подошел, его связали. Убили Габлака, но Дэнди уйдет. Дэнди должен уйти, в принципе, если не пройдут еще одни корни, но тут Фурион. А бить-то неким, кроме Лакосты. И корни опять проходят в очередной раз. Какой же везучий Майлки связывают Дэндика. Вчетвером просто изничтожают. Очередной килл делает Майлк. 7-5 счет уже в пользу Meteomakers. Вау. Войска вступили в бой. Майлк смотрит, подбежал, так получил новую, отошел. Значит, все хорошо, значит, я не обращаю внимания дальше на вот эти вот обещания, что что-то там лагает. И тут, смотрите, с барабанами догоняет хвоста, начинает его бить Фурион. И ну что, тут окружить-то не получится, хвост отобьется, нет. Но начинает срезать, и это не кролит, срезает. Ой-ой-ой, как же рано Рипер, но все-таки затормозили хвоста, и вот теперь можно его избивать, здесь же Шейкер, да, никуда он тут не уйдет. По одному отдаются Нави, по одному отдаются. Ой-ой-ой, здесь поймали, ТП-аут. Какой же красавчик, Ахура не успевает сбить ТП. Мани не успевает Ахура сбить ТП, и опять 8-5 счет, ой-ой-ой. Невеселое начало, что тут скажешь? Смотрим на Ваню, что у него по фарму, 2300. Все нормально, но у медведя 2800. У медведя 2800, у медведя 10 левел, Лакосты тоже 10, Некролит уже 11, Мека тоже на подходе. И сейчас будут мы, наверное, забирать один, а может быть даже и второй тавр сразу. Фурион на подходе. Шейкер пошел уже с Аркан Бутсом наверх получать экспу. Да, и тут медведь начинает под репидом просто. Репид, правда, пока первого левела, но то ничего страшного. Вот так вот, пока медведь не особо сильно бьет этот тавр, но бьет. Ну вот повесили медальку, все, вернул. Ну, медалька есть-то хорошо, а тут тем временем Шейкер, смотрите, как Артстайла вдвоем, втроем принимает Артстайл. Не успевает улететь. Неприятности серьезные довольно. Вы знаете, возникает сейчас у Нави, что пушер киллинг спри у нас. 3-0, счет 9-5. И беда. Войска вступили в бой. И вы знаете, довольно серьезная беда. Продолжаем смотреть за игрой. Дэнди у нас с инвизом. Дэнди с инвизом, можно пытаться что-то организовать. Но получится или нет. 3000 у Майлка. 3000 у Майлка. И попахивает радианцем к 25 минуте. Возможно, даже и раньше. Да, убивать будет тяжело все же. Действительно, вы понимаете, что нужна кроме медальки, нужен как минимум один хекс. Желательно вообще два. Потому что, ну, убить непонятно как. По одному ходят Нави, просто по всей карте их вылавливают мумы, убивают, и ничего сделать не могут пока на Тусвинсера. Ну, надо собраться сейчас пацанам, чтобы вот перестать вот так вот по одному. Вот это сейчас useless, вот эти передвижения по карте. То есть, ну, поднялись наверх, ну вот зачем, в принципе, пофармить? Ну, нету как бы смысла. Нет, они в пятером туда идут и дойдут в инвизе. Это будет попытка что-то сделать. Две пары барабанов имеет команда Meteomakers. Ну, а Майлк фармит. Вот это самая большая проблема. Это самая огромная проблема, потому что тому же Артстайлу, чтобы быть нереально опасным для команды соперников, нафармить нужно намного больше, чем Майлку. 2600 только у Артстайла, он умер недавно. Майлк тем временем 3500. Кура уже, наверное, летит в секрет шоп. И будет по чуть-чуть подходить к радиансу у нас капитан команды Meteomakers Dota. 20 минут ровно сыграли у нас ребята в первом матче финала Farm for Fame 3.2, Na'Vi Mum, счет 0-0. Собственно, вы это видите, это Вилат. Комментирую я для вас эту серию матчей. Напомню еще раз, два стрима у нас работает High Quality, Low Quality.
заходите, смотрите. Если у вас пролагивает, мой вам совет, обновите флешплеер или юзайте для просмотра Google Chrome. Лагать, в принципе, не должно, потому что не лагает у много кого. Вот у нас тут даже на большом экране выведена трансляция и вообще не лагает. То есть не с моего монитора, а просто словно, да. И все окей. Сейчас намечается битва. Сейчас тут намечается довольно серьезная битва. Здесь у нас имеется 4 героя Na'Vi Redstyle, который может прилететь в любую секунду. И всего 3 героя пока Мумов. Но может быть и 4-й Шейкер отстанивается. Тут птица залетает далеко. Нужно быть осторожным. Плюха полетела в пушера. Далековато. Распушивает дальше линию у нас Ахура. И Na'Vi очень хотят забрать этот тавр. Очень хотят. Тут тем временем медведь, два медведя начинают бить спектру. 4200 уже у Майлка. Все у него великолепно. Ну, Шейкер, конечно, с... Ой. Да, и сразу делает сейф. Испугался я. И ах, врывается Артстайл, тут сразу моментально пушера просто изничтожает. Но ТП сюда делает Некролит, поздно. Что сделал Некролит этот, я не понимаю, смотрите, он просто прилетел и отдался. Даблкил делает Габлак, красавчики. Тут все правильно сделали, непонятное ТП от Некролита, это минус 2 тавра. Это минус 2 килла, может даже минус 2, может даже минус 3 тавра, не знаю. Но в принципе очень мало времени, вы видите, кто-то выкупился или что. Да, выкупился у нас пушер. Не нужны ему деньги, он полетел сразу наверх размениваться таурами. Медведь уже у нас имеет сакрет. Здесь тир 2 таур на тир 2 таур, в принципе размен очень хороший, и Майлка начинает лагать. Нет, ТП Шейкер ультует, он, боже, хвост! Но это размен или нет? Уйдет Шейкер? Нет, не уходит. Уходит или не уходит? Плюха? Нет, не уходит. Габлак не отпустил, плюха таки долетела. Киллинг спри у Габлака 3 килла подряд делает, но хвост умер. А здесь-то медведи с... смотрите, с Фурионом, как далеко зашли. Сюда полетела первая ТП, это Ахура. Ахура и Габлак здесь. Медведь на пофиге. На пофиге просто бьет тавр. Все пытаются бить. Ну чем его убить? Чем его бить сейчас? Просто бьет тавр. Вы смотрите, как падает этот тавр. Ну тут решил Майлк сейчас уйти и вернуться, наверное, с Радиансом. Половины тавра просто нет. На морозе медведь его уничтожает. Очень сбалансированный герой. Спасибо, Айсфрог. Войска вступили в бой. Продолжаем наблюдать за этим матчем. Счет 10-8 в пользу Meet Your Makers на первой карте. Есть у Некролита уже Мека. Ну, в принципе, она уже была недавно. У Майлка вот 100 голды до Радианса. 12 левел пушер на Фурионе. Шейкер 1500 голды до Даггера еще довольно далеко. Но теоретически где-то скоро будет. Вот если ему будет отдавать Некролит, конечно, денежку, то возможно. 500 голды всего, мало. И пошел забег у нас. Пошел у нас забег на Майлка. Дэнди иллюзии. Дэнди иллюзии топоры. И вот ловит Майлка. Но это... тут, конечно, нету смысла убивать. 1700 хп, ничего не получится. Есть деньги на рецепт. Вот медведь уже тут, готов. Вот, и медведь уже с радиансом. И сейчас прилетит в леса. Эх, что ж делать? Что ж делать-то Na'Vi в такой ситуации? Не совсем понятно. 24-я минута. Четко по таймингу, как говорят, покупает Майлк у нас радианс. И вот палит это. Кабан уже понимает, что он горит. Умирает просто моментально. И ситуация у Na'Vi не очень. Скажем так. Дэнди 200. Даггер, наверное, или что? Да, наверное, все-таки нужен даггер здесь. Хотя не совсем понятно. Пойнт бустер покупает лич. Блин, если не лич, то кто в меку-то выйдет? Есть здесь худ. Будет пайп делать габлак. Не в меку, а в хекс. Наверное, никто. Ахура закупил немножечко себе дымочка и вардов. Пытается сделать какой-то вижен на карте. Не отстает Artstyle. Не отстает Artstyle. Тоже Радианс сейчас будет. Это проблема в первую очередь для разнообразных шейкеров и фурионов. Потому что, конечно, возможности у шейкера блинкануться будет абсолютно никакой. Фурион просто будет отъезжать. Ну, посмотрим. Боится Майлк быковать. Вот просто если будет... в чем проблема сейчас с Na'Vi, что... И пошла в атаку. А нет, они пошли на Рошана. На Рошана или куда? Или куда-то все-таки нападать?
Нет, все-таки Нави решили куда-то напасть. Четверо под смоком, наверху Спектра. Спектра несет уже рецепт на Радианс, вот он прилетел. Да, есть уже по Радиансу у обеих команд. Ну и пытается кого-то найти здесь Нави. Ну то, что летает здесь птица, это, конечно, немножечко палевно. Но... И тут еще деревом пушер такой в разведку побежал. Мумы на своей базе. Мумы никуда не спешат. Шекеру 200 до даггера. Здесь тоже скоро будет пайп. Медведь продолжает фармить. Медведь продолжает себя чувствовать очень уверенно на карте. И сейчас ситуация такая, что как бы Нави, как только куда-то пойдут нападать, атаковать, моментально будет пушиться линия медведям очень быстро. И нужно им что-то предпринимать. И вот это правильное решение. Вот это очень правильное решение. Попытка убить Рошана, очень быстро он умрет. И сразу же после Рошана нужно, нужно очень серьезно подраться. Нужно очень серьезно подраться Нави для того, чтобы выиграть игру. Потому что если у них это не получится, то будет тяжело. Дэнди себе принес даггер или нет? Нет, Дэнди 3200. Что же он будет паковать? Может, Дэнди решит сделать хекс, или они решат играть без хекса? Потому что Спектра с Аэгисом у нас Некролит. Куда все деньги дел? Куда все деньги дел Некролит? Ультимейт Орб и рецепт на хедреску. Мало хедреска. А, это сюда для пайпа. Это сюда для пайпа. Майлд тем временем наверху. Просто медведем вот так вот будет стоять. Танковать тауэр. Вот, подбежал здесь Ахура и тут же его возвращает Майлд. Хотя, на Ахуру можно было просто направить, чтобы рядом побегал медведь. И проблемы были бы у ЦМки очень серьезные. Там ее выжигает моментально. Дэнди здесь в инвизе. Дэнди в инвизе попытается сейчас кого-то найти. Ну, кого же тут найдешь? Непонятно. Непонятно, кого ты тут найдешь, разве что кого-то в миде. И очень быстро как-то ворваться, попытаться сминусануть Шейкера просто в секунду, тогда, может быть, получится. Шейкер с даггером. Шейкер с даггером, но вряд ли ему будут давать прыгать, потому что, понимаете, есть артстайл и есть радианс. Так, пошел медведь на деф. Просто пойдет вот так вот. Вот висит на нем медалька, пытается его бить, но толку мало. Очень вот направили птиц. Ну и что? Ну снесли 1000 хп. Херово, связывают артстайла. Шейкер дает стан, но не может прыгнуть. Если бы прыгнуть, было бы очень хорошо. Спектра у нас ультует. Кого будет нарезать? Никого не нарезает Спектра. Или все-таки нарезает? Нет, никого не нарезает Спектра. Здесь медведя бьют, выхиливают его. Ульт сюда, и хорошо убивает Майлка. Убивает Майлка. Очень вовремя убивает его габлак. Ульт лича хорошенько так полетал здесь. Два раза зацепил он Майлка, убил его очень быстро. Сейчас нужно забирать тауэр, заходить на ХГ. У Майлка нету байбека. И смотрите, как вгрызлись-то в Лакосты. Стан от Мани левый. На развороте Лакосты пытается что-то сделать. Плюха от габлака, минус. Артстайла-то, ну зачем в него было Рипер-то всовывать? У него же Эгис. Артстайл 100 хп уходит. Еще и получает 2 ореха. Нави, минус 2, минус тауэр, 10-10. Очень-очень неплохо. Ну, неплохо Нави разобрались с этой ситуацией. Правда, я думаю, можно было бы и еще что-то там подраться, дальше как-то там пойти, что-то попридумывать, но не решились украинцы, решили, что не стоит дергать судьбу за яйца, так сказать, и лучше подождать и пойти, когда будет поувереннее ситуация. Дэнди, что купил? Что-то еще купил? Это не Кра, что ли? Нет, это БКБ. И лагает Лакоста. Да, если сейчас дропнет Лакосте. Да, и у нас неприятнейшая ситуация, у нас дропает Лакосте.
И нету сейва. Сейв есть, но очень-очень давно. Ну, интересная ситуация у нас. Да, уболтал я таки продолжать просто игру. Правильно написал Майк, play for points, то есть, в принципе, тут не решается дело капусты там какой-то бешеной, вы это понимаете, поэтому, как-то не так, знаете, понятно, что это если был бы финал там турнира по типу там Mental Challenge, где дрались там до последнего, то, конечно же, был бы лоуд и так далее, но тут не так важно обеим командам, кто выиграет, в принципе, понимаете, это простые очки. Это нереальные деньги пока зарабатывается, поэтому... Чё бы нет. Правильно написал Майлк, дисконал нашего игрока, так что ваше решение, выбирайте, делать лоуд с 15 минуты или просто продолжать игру. Выбрали сделать лоуд, ну и мы сейчас, наверное, подойдем. Наблюдайте, Арстайл врывается, нужно очень быстро его здесь убить. Вот вы смотрите, как он в шейкера-то вцепился. Зацепили его все-таки, но он пробегает и убивает просто Маню на ровном месте. Тут же убивает Лакосты и просто Мумы сейчас развалятся плотно. Некролит пытается уйти, юзает хилы, стики, меки. Все подряд, Артстайл бежит в спину, Рипер, Ахура забирает килл, нет, килл забирает все-таки хвост. Здесь тем временем Майлк на развороте дерется с Дэнди, Дэнди юзнул БКБ, но нету смысла. Минус 4 делает у нас Нави и ульт Лича влетает, минус 5 и GG. GG, 1-0, Нави выигрывают первый матч, вот так. Вот такая вот игра, ребята. Топ-старт хай-квалити стрима сейчас.